Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости YouTube канала, а также подписчики группы в Facebook. У нас очередные монеточки на продажу стран Индонезия. Вот. Сейчас мы быстренький обзорчик посмотрим и покажем, что уже у нас тут за монетки. Первая у нас монеточка, это 25 рупий 71 года. Все монеточки будут продаваться в группе в Фейсбуке, ссылочка в описании. Банк Индонезия. Гурт у нас ребристый. Материал медный никелевый сплав. 25 рупий. С такой вот птичкой у нас изображение. Так, следующая наша монетка. Это у нас 50 рупий 1971 года, банк Индонезия, гурт ребристый, таким вот тоже изображением птички. Такая вот монеточка будет хорошим пополнением вашей коллекции. Следующая у нас монетка 50 рупий, но уже более нового образца. Вот такая вот тоже с изображением птицы. Уже банк Индонезии с этой стороны. 1999 год. Алюминиевый сплав. Хурт гладкий. Следующая такая интересненькая монетка. 100 рупий. 78 года. Вот такая вот интересная и красивенькая. Изображение. Так, гурт у нас ребристый. Судя, что написано в каталоге, это у нас лист для процветания. 100 рупий, Индонезия. Материал у нас медно-никелевый сплав. Так, следующая наша монетка. Это 100 рупий 95 года. Вот она, такая вот уже тоже красивая такая вот монеточка, интересная. Может стать вашей коллекцией, купившей меня в группе в Фейсбуке. Алюминиевая бронза, гурт ребристый, вот, банк Индонезия, 95-й год. Такая вот интересная монеточка. Тут у меня такая вот стопочка монеток. Вот, Индонезия. 100 рупий. Вот, все монетки алюминиевые. Вот. Все будут в группе в Фейсбуке выставлены. Сейчас на обзор покажем одну. Вот. Так. Алюминиевая. Гурт гладкий. Банк Индонезии, 99-й год. И вот красивенькая, в хорошем состоянии монеточка будет выставлена в группе в Фейсбуке. Ссылочка, как всегда, в описании. Следующая у нас монетка у нас такие. 200 рупий. 2003-го. Какого тут года, сейчас посмотрим. Это 8-го, 8-го и 8-го года. Все три монетки 8-го года в разном состоянии. Покажем эту лучше. Такая вот монеточка алюминиевая. Джалак Бали написано сверху. 200 рупий. Гурт гладкий. Банк Индонезия. 2008 год. Такая вот прекрасная монеточка. Может стать хорошим пополнением вашей коллекции. Следующая монеточка 500 рупий 2003 года. Походу сверху написано название вот этого вот растения, которое изображено на монетке. Гурт у нас как бы уже идет ребристый с гладкими
лянками, алюминиевой, год 2003. На этих, наверное, тоже монетка 2003 год. Да, вот на этих тоже 2003 год. Плохо видно через камеру. Такая вот красивая, интересная монеточка. 500 рупий. 500 рупий уже 2000 года. Совсем выглядит уже по-другому. Такая вот монетка. Гурт гладкий. Банк Индонезия. Материал алюминиевая бронза. Вот такая вот у нас монеточка. Ну и последняя из монеточек на сегодня. Это у нас 1000 рупий уже. Довольно такая грозная сумма. 1000 рупий. Такая вот красивая монетка. Биметал, центр латунь, кольцо медный никелевый сплав. Гурт, как говорится, у нас ребристый с гладкими делянками. Тут изображен у нас Келапа Салит, если я правильно читаю. Здесь банк Индонезия. Такая вот солидненькая монеточка. Может стать хорошим пополнением вашей коллекции. Кто интересуется, ссылочка в описании, группа в Фейсбуке. Так, и у нас впервые в моей группе будут выставлены боны. Это у нас такая вот бона. Китай. Один Дзяо. Вот. Монетка в отличном... монетка. Бона в отличном состоянии. Края, как видите, все целенькие. Ровненькие. Это оригинал. Вот, в прекрасном вот виде состоянии. Год 1980. Вот. Верить каталогу у нас этническая группа Гаошань и Манчжури. Если правильно читаю. Вот. Такая вот бона интересненькая, красивенькая, в хорошем состоянии. Группа в Фейсбуке будет выставлена на продажу. И вторая бона у нас здесь. Это тоже Китай. Такая вот небольшая, маленькая бона. Вот. Тоже в отличном состоянии. Края не загнуты. Такая вот прямо отличненькая. Китай. Один Фэнь. 1900 какого-то тут на года. Здесь тут не будет у нас год. Нет, видать год зашифрован на этих иероглифах. А, нет, есть. 1953 год. Как на 53 год, конечно, бона просто в отличном состоянии. Вот. Название грузовик. Банально так по каталогу. Вот. Такая вот бона. Будет выставлена группа в Фейсбуке. Кого интересует, переходите. Заказывайте. Лоты комбинируются. Вот. Составляется списочек. Вот. И потом отправляется, чтобы сэкономить на доставке. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться, перейти в группу в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Всем пока. До новых встреч.